Оригинально поздравила с Международным женским днем жители ЖК «Солнечная система» компания «Urban Group». Мастера рисунка в стиле граффити изобразили прямо на асфальте жилого комплекса иллюстрацию к произведению французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Мы решили пригласить художников изобразить 3D-картины известных классических произведений. В частности, в «Солнечной системе» появится иллюстрация «Маленького принца» как символ космического и чудесного такого произведения. Несмотря на экстремальные погодные условия, художники со своей работой справились блестяще. И уже сегодня жительницы «Солнечной системы» смогут сфотографироваться с «Маленьким принцем». Изображение на фото получается объемным, если сделать его с определенной точки. Особенность его заключается, что как бы объем его виден только с одной точки, весь рисунок вытягивается. Художники обещают, что рисунок продержится около месяца. В других жилых комплексах компании Urban Group на асфальте оживут персонажи произведений Александра Грина и Шарля Перро.